Вы оцениваете комментарий Зеленского, который прокомментировал вашу фразу «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», намекнув, что, может, вы немножко засиделись с Макроном. Спасибо. Вы знаете, это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это не имело, повторяю еще раз, никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, на которые регулирует очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это как бы, ну, не тот формат. Это, если государство приняло на себя определенные обязательства, то все ожидают, и тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции Совета Безопасности ООН на 2202, по-моему, то всем нужно исполнять и думать, и договариваться о том, как это сделать. Вот, собственно говоря, и все.